Всем привет! А вы знали, что грибочки можно замариновать за 10 минут? Если у вас гости на пороге, можно быстро замариновать грибочки. Я вам сейчас это покажу. А вы пока подписывайтесь. 4-5 зубчиков чеснока режем. В кастрюльку наливаем 40 грамм масла, я налила, растительного. Добавляем 2-3 листика лаврового листа. Выкладываем туда наш резанный чеснок. Добавляем перец горошком. Какие у меня есть шампиньоны. Я купила меленькие. Помою сейчас их и туда же. Наливаю 50 грамм воды. Больше не надо. Грибы сами дадут сок. Теперь добавляем, так, добавляем 2 чайные ложки, берем 2 чайные ложки соли, 1 сахара, 2 столовые ложки 9% уксуса. Все провариваем 10 минут и готово. Бочки уже готовы. Вот их я проварила 10 минут, дала немножко остыть. Они уже готовы, их можно прямо сейчас есть. Лучше, конечно, чтобы они поставили в холодильнике еще 2 часа хотя бы. Но если у вас гости срочно, можно их есть и сейчас. Попробуем. Очень вкусно.